Okay, let's move now into the second portion of the book of Hosea. Давайте тогда переходим ко второму большому разделу книги пророка Осии. Chapter 4 through 14 is a series of prophecies. Главы с 4 по 14 это серия пророчеств. And we should know that Israel is sometimes called by different names. Мы должны с вами знать, что Израиль называется разными именами. So whenever you see Samaria, Например, иногда мы читаем Самария. That's another name for Israel. Под Самарией подразумевается Израиль. So is Ephraim. Ефрем тоже подразумевается Израиль. And Ephraim is sometimes used to refer to Israel because Ephraim was the largest tribe in the northern kingdom. Израиль иногда называется Ефремом, потому что Ефрем было самое многочисленное колено Северного царства. Now the first major section of this is found in chapter 4 through chapter 6. Первый такой большой раздел вот этой второй части это стихи, содержащиеся с глава 4 стих 1 по главу 6. Chapter 4 is sort of a one-page summary, a one-chapter summary of the rest of the book. Четвертая глава представляет собой такое краткое резюме оставшейся части книги. And we're to picture a situation where God is bringing his people to court. Вот представьте себе такую ситуацию, когда Бог вызывает свой народ в зал судебного заседания, в суд. He's making accusation, he has a case against them. Он предъявляет обвинение, у него есть улики против своего народа. And this is the case. It's laid out in verses 1 through 4. С 1 по 4 стихи мы как раз и читаем это дело об израильском народе. Several accusations. Ряд обвинений здесь предъявляется. Now, look particularly at verse 2. Давайте особое внимание обратим на второй стих. And you will see some of the accusations against Israel. И вы увидите, в чем же обвиняется народ Израиля. What are some of the things that the prophet is saying that God has against Israel, especially from verse 2? Вот давайте посмотрим, что Бог имеет сказать против Израиля, начиная со второго стиха. Do you want me to read? No, let's just go ahead and say them out loud as you see. Вы прочитайте и вот эти обвинения просто перескажите. Mm-hmm. Убийство, воровство, прелюбодейство. Кровопролитие. Murder. Okay, so it's a list of various sins. То есть дается список вот этих беззаконий. And if you compare those sins with the Ten Commandments, и если мы эти грехи с вами сопоставим с десятью заповедями, you'll see that many of the Ten Commandments are at issue here. То увидим, что народ в большей степени нарушает эти 10 заповедей, совершая подобного рода грехи. And then violence is especially pointed out. А насилие или кровопролитие особенно подчеркивается. In verse 2, bloodshed follows bloodshed. И кровопролитие следует за кровопролитием. Now, Israel is about to be judged for her sin. Итак, Израиль подвергается обвинению за свои грехи. In America we have a saying. В Америке мы говорим так. When someone is suffering because of her, of his or her own mistakes. Когда кто-то страдает за свои ошибки. We'll say he shot himself in his own foot. Мы говорим примерно так. Он сам себе выстрелил в ногу. Nobody else shot him. He shot himself. Он сам себе выстрелил, теперь хромает. Никто в него не стрелял. And so Israel is about to suffer, but it's because of what she did. Так вот, Израилю надлежит пострадать, но не потому, что кто-то причинил ему боль, а потому, что он сам вызвал эти страдания. And the consequences are laid out in the verses that follow. А в последующих стихах перечисляются последствия этого. And it will be great calamity. Будет великое бедствие. The prophet says that his people, God's people, are destroyed for lack of knowledge. Пророк говорит о том, что... what verse is that? That would be verse 6. В шестом стихе. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». And the particular kind of knowledge being talked about is the knowledge of God. И здесь говорится о ведении Божьем, о познании Бога. So they have somehow forgotten the knowledge of God, the true knowledge of who God is. То есть народ каким-то образом утратил истинное познание Бога, истинное познание того, кто есть Бог.
And then you go on to see in verses 7 through 10, which is the next major section. А дальше в стихах 7 по 10 еще один такой небольшой подраздел. That the nation of Israel grew larger and larger. Мы увидим, что народ израильский умножается. And the larger they got, the more holiness they should have pursued. И чем больше они умножаются, тем больше они должны стремиться к святости. Instead, the larger they got, the more they sinned. А в 7 стихе говорится, чем больше они умножаются, тем больше грешат. You'll see again the reference to harlotry in verse 10. В 10 стихе опять же идет ссылка на блуд. And they've stopped giving heed to the Lord. Будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. We see in the verses that follow in 11 to 14. С 11 по 14 стихи. The depth of their moral depravity. Мы читаем о глубине нравственного упадка в народе израильском. They consult idols. Они вопрошают у идолов. And again, a spirit of harlotry has led them astray. И опять-таки дух блуда ввел их в заблуждение. So every time we read harlotry, и всякий раз, когда мы читаем о блудодействии, о блуде, we should remember Gomer. Мы должны вспоминать Гомерь. Because Gomer committed harlotry, adultery against Hosea. Потому что Гомерь прелюбодействовал в браке с Осией. The people of Israel are committing spiritual harlotry against God. То же самое можно сказать о народе израильском. Он духовно блудодействует против Бога. Every time they worship another god. Всякий раз прибегая к другим богам и вопрошая их о чем-то. And that worship is especially seen in verses 13 and 14. И вот это поклонение особенно ярко описано в 13-14 стихах. They go up onto the top of mountains. Они идут на вершины гор. And there they burn incense. И кадят там. And they offer sacrifices. И приносят жертвы. And there on top of the mountains, on these luxuriant hills. И там на вершинах гор. They not only burn incense and offer sacrifices. Они не только приносят жертвы, не только всесожжения. This is the site of gross immorality. Это стало местом исключительной аморальности, исключительной безнравственности. He says that they play the harlot in their idolatrous worship. Здесь говорится, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. So we have to understand this is not just bowing down to an idol. Поэтому мы должны понимать, что под идолопоклонством понимается не только склонение перед идолом. This is actual sexual immorality associated with Сюда присоединяется еще и половая безнравственность, половая распущенность. And for that reason, God will not judge the women who are involved in this idolatrous immorality. И поэтому Бог будет судить не только женщин, которые участвуют в этом. Because the men are involved as well. Но и мужчин, потому что и они принимают в этом участие, они не стоят в стороне. Verses 19 through, or verses 15 through 19. Стихи с 15 по 19. Hosea talks about his people as a stubborn calf. Осия говорит о своем народе как об упрямой телице. Now that's important because это важно. They have made for themselves a golden calf at the city of Bethel. Потому что, как вы помните, они отлили себе золотого тельца в городе Вифиле. And they worship this golden calf. И поклонялись ему. Well, that is again harlotry. И опять-таки мы имеем дело с духовным блудом. It says in verse 18 that their rulers dearly love shame. В 18 стихе говорится о том, что князья их любят постыдное. And that is essentially, that is in a nutshell, what the rest of the book will look like. This recounting of sin. Это отражает то, что написано в оставшихся главах.